Arizona действительно объединяет многие конфессии. Она объединяет людей, она объединяет замыслы людей и намерение их сделать жизнь на этом участке, в этой эре, как принято говорить, лучше, насыщеннее и чище. И поэтому я предоставляю слово еще одной, представителям еще одной, очень заметной, начинающей свою деятельность церкви, это болгарская церковь. Поприветствуем их. Спасибо. Слава Богу. Я буду говорить по-русски, потому что нет много болгарских здесь. И мы не болгари на твоем месте. Буду ли болгари, всички болгари. Окей. Пусть Господь благословит все славянские народы. Аминь. Мы из болгарской христианской церкви в Аризона. Есть такая. Слава Богу. Я хочу сказать несколько слова, чтобы благословить вас. В Иоанне, глава 14, стих 6, сказано, Иисус сказал это, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не придет к Отцу только через Меня». Иисус сказал, что есть только один путь к Отцу. И этот путь называется Иисус Христос. Он есть путь к Отцу. Он есть истину и Он есть жизнь. Без Иисуса Христа нет никакой жизни. Если мы хотим прийти к Богу, если мы хотим прийти к Отцу, надо прийти через имя Иисуса Христа. Слава Богу! И сейчас я хочу, чтобы вводить вас в одну молитву к Отцу. Потому что если кто-то не обратился к Отцу через имя Иисуса, если кто-то не принял Иисуса Христа как personal savior, личный Спаситель и личный Господь. Нужно это сделать, чтобы иметь вечную жизнь. Это наследство Божье, это обещание Божье для каждого человека. И ты не случайно здесь, на это место, ты здесь, чтобы принять Господа Иисуса Христа как твой Господь и Спаситель. Я буду вводить вас в молитву. И если кто-то хочет и имеет веру в сердце, может молиться со мной. И мы можем вместе молиться. И если ты исповедуешь Иисуса Христа как Господь, если ты поверишь, что Он воскрес мертвых, будешь спасен. Слава Богу! Пусть нам молится Божий Небесный Отец. Я приду к Тебе во имя Иисуса Христа. Я верю, что Иисус Христос есть Господь, что Иисус Христос есть Божий Сын. Я принимаю Господа Иисуса Христа как мой личный Спаситель. Господь Иисус, прости все мои грехи. Я верю, что Ты умер для всех моих грехи. Я верю, что Ты воскрес мертвых. Я верю, что Ты Господь. И сегодня я исповедаю Твое имя. Прости мои грехи. Дай мне вечную жизнь. Дай мне. Напиши мое имя на небесах в книге жизни. Дай мне вечную жизнь, Господь. Сделай меня новое создание в Христа Иисуса. Я молюсь, я верю, я каюсь за мои грехи. И, Господь, я принимаю это спасение, которое Ты мне дал. Вечная жизнь, которую Ты нам дал.
Во имя Иисуса Христа я отдаю Тебе всю славу. Слава Господу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! Спасибо! Спасибо, уважаемый пастор! Спасибо, дорогие зрители, что вы приняли участие в этой импровизированной молитве. Спасибо, что вы поучаствовали в налаживании духовной жизни в нашем городе. Спасибо, что вы поучаствовали в нашем городе.